Феодосия – одно из древнейших крымских поселений, крупный курортный и портовый город. За счет сочетания горных и степных зон климат здесь более холодный, чем в других городах южного побережья. В середине лета средняя температура плюс 27, зимой 0. Купальный сезон начинается в мае и длится до середины октября. Особенно привлекателен для отдыха Феодосии бархатный сезон, начало-середины осени, когда спадает сильная жара. Город получил свое название благодаря удивительному климату и выгодному расположению. Попавшие сюда греческие купцы назвали поселение Феодосии, что в переводе с греческого означает «данное Богом». Отдых в Феодосии – это не только пляжи и оздоровительные процедуры, но еще и посещение исторических мест. В городе множество природных и культурных памятников. Минусы – не всегда чистое море, многолюдно. В городе есть места, где дороги разбиты, смотрятся очень неухоженно. Железная дорога вдоль пляжа, комары. Плюсом можно отнести следующее. Широкие песчаные пляжи, мелководье, удобно для отдыха с детьми. Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал, гуляй по миру и получай новые интересные видео.